Здорово, еще раз, прежде чем ты приступишь к просмотру, подпишись на канал у блогеров с прохождением Хитмана, такого точно нет, влепи лайк и внизу поставь также комментарий. Также у меня есть группа ВКонтакте, она будет в описании под видео. Здорово, хитманцы! С вами Вахрам, сейчас мы будем проходить петербургский надзор. Проебался я 4 часа, чтобы найти кое-как, блядь, пройти в этом костюме. Ну, все у меня вышло, все зашибись, так что все, смотрим, блядь. Я монтировать не буду, там голос какой-то убитый, блядь, как мне сказал один человек. Похуй. Так, теперь нажимаем далее, блядь. Да иди ты нахуй. Так, поехали, блядь. Так, нам надо тайминг нахуй не потерять. Потому что если мы его потеряем, нихуя у нас не получится. Ну, стандартно, знаете, бля, поднимаетесь на лестницу. А, вот все. Так, вот он, солдатик наш, блядь. Сейчас мы к нему подбегаем. Заходим. Сейчас вы охуеете, бля. Я сам, когда, блядь, нашел этот момент, я сам охуел. Можно сказать, всех блогеров сделал по прохождению. Ни разу маскировку не взял. Вообще ни разу. Все, запоминайте. Смотрите, мы бежим сейчас не в этот ход, да, на канализацию, а в другой. Кто помнит, когда вы проходили повторную миссию тоже в Питере, вам надо было завалить лысого. У вас там была такая гэшка, когда вы, ну, сваливали, в общем, от гансеров, да? Вот туда нам, вот как раз туда мы идем. Здесь у нас будет солдатик стоять слева. Просто тупо обходим его. Так, здесь мы обошли, чуть-чуть спускаемся по пригорку вот этому вот, чтобы чуть-чуть вот эти окна были между вот этой лысиной, блядь. Так. Теперь сюда. Крадемся между двух этих солдат. Господа, блядь, честь имею. Так. Так, ладно. И ждем, сейчас должен быть колокол, сейчас вбахнет. Вот сейчас мы обходим вот этих двух солдатиков, да, которые вот эти вот идут, да, вперед. Вот, все, теперь это, теперь нам надо, короче, все, заходить в дверь. Зашли в дверь. Дальше, блядь, идете вверх по лестнице. Поднимайтесь на самое высокое здание, потому что... Блять, чем вы выше находитесь, тем слабее звук выстрела. Заткнись-то уже, нахуй ты распределилась. Так, теперь вот сюда заходим. Да ебать-то. А, вот все. Открываем эту дверцу, встаем вот сюда, вот, блядь, прицеливаемся. Диана. Блядь, я тайминг теряю, сука, уберись, уберись, придурок. Может быть и нет.
убил? Блять, убил. Ну все, съебываемся, что тут стоять, мы убили только что человека. Так. Заходим сюда, блядь. Выходим вот, вот через эту дверь, блядь. Опа. Зашли, ебать. Все, ждем. Смотрите, блядь, ждем мы сейчас второго солдатика, вот который сейчас должен подойти к нам. Блядь, один единственный монтаж сделаю, блядь, это я все-таки перемотаю. Ну все, идем следом за ним. Вообще не паримся, блядь. Охуй. Чисто. Чисто на смелость выходим. Даже машем ручкой. А, вон тут еще повернется этот дебил. Второе, которое дальний. Ну вот сейчас нам надо сейчас будет вниз, в общем, по дороге спуститься. Я сейчас думаю, это тот самый момент, потому что мне бы сейчас не хотелось, чтобы меня свалили, блядь. О, блядь, нихуя вас там, блядь, ребята. Ладно. Какие проблемы-то, блядь? Так, вот здесь сейчас солдафон пройдет. Нужно будет немножко подождать. Здесь одна интересная мелочь есть. Нам придется этого человечка хлороформом усыпить. Чуть-чуть только, не зажимайте сильно, блядь. Потому что если вы зажмете сильно, нам не надо, чтобы его тело нашли в бессознательном положении. Ну вот, все. Вот он идет такой, не парится, блядь, спокойный. Сейчас мы его немножко сдвинем. Опа, блядь, здорово. Сейчас. Мужик. Вот, все, он лег, нахуй, все, отпускаете, блядь. Похуй. Берете винтовку. Выбегаете. Можете даже подождать этого дебила, блядь. Можете даже следом за ним прогуляться. Когда херня, он все равно не повернется. Блять, давай ты спускайся, ты тупой, блять. Все, спасибо. Ну все, ребята, полдела сделано. Да я даже сказал больше полдела. Нам нужно сейчас сделать отход. Где-то там. Придурочный. Ага, вот все, он обошел. Там где-то. Все. Съебываемся.
Петя, вот, пожалуйста, в костюме, бесшумный убийца. Ебать, даже обрезом наградили, нихуя себе, вот это красавцы, а, один раз они вообще, да, они обрез-то вообще даже не давали, блин. Ну, чё, блядь, у меня есть группа ВКонтакте. Она будет внизу, короче, в описании этого канала, так что все. Я думаю, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, соответственно. В общем, ни у кого из блогеров, кто-то проходил Хитмана 2, такого, блядь, прохождения нет, я вам говорю, блядь. Так что подписывайтесь, блядь. Все, всем пока, до скорого, увидимся.